Украшение юбилейного фестиваля Чайковского, проект «Парижевск», набирает обороты. Сегодня его организаторы, творческий альянс «Русские сезоны» и Удмуртская государственная филармония подвели первые итоги. Проект объединил Удмуртию и Францию в лице автора-исполнителя Вероники Булычевой. Ее музыка – это синтез французского шансона, джаза и фольклора. Накануне творчества соотечественницы оценили зрители Воткинска. Певица выступила в музее-усадьбе Чайковского. В этом городе началась музыкальная карьера Вероники. Здесь у нее остались друзья и преподаватели. Трио «Импровизация». После перерыва в 20 лет Вероника Булычева снова на одной сцене с Виктором Балабановым. Преподаватель за ученицу рад. Вероника нашла свой стиль. И импровизация, и джазовая гармония, и распев народной песни, и интонации фольклора. В общем, такой жанр, он редкий, конечно. Я птица вольная, я летаю, но как больно мне. Птица вольная Вероника Булычева 15 лет назад улетела в Париж с Натальей Ермиловой. С тех пор подруги всегда вместе. Наталья – автор большинства текстов песен Вероники. Хлеб сухой ели и выживали, и жили, и зарабатывали, влюблялись там где-то. То есть она мои все истории знает, я ее истории знаю, все переживания, у нас все перепутано. «Все будет хорошо» – заглавная песня с нового альбома, первого на родине. Поддержать певицу в Россию приехал перкуссионист Роб Герке. Он в совместной программе отвечает и за ритм, и за бэк-вокал. Следующий город в гастрольном туре дуэта – Глазов. 18 апреля Вероника Булычева даст единственный концерт в Глазовском педагогическом институте. Ирина Бармина, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».